дорогие друзья, участники конкурса Golden Time Talent, члены жюри. Меня зовут Дандиш Даниил, мне 24 года. Я занимаюсь творчеством более 10 лет. Пишу в основном в жанре реализма. На конкурсе Golden Time Talent я представляю мою страну, в которой я родился и вырос, Молдову. Хочу всем выразить огромную благодарность за вашу поддержку, членам жюри. Благодарю за высокую оценку моим работам, за высокую награду, что присвоили мне гран-при за участие в конкурсе 44-го сезона. Очень признателен организаторам конкурса за приглашение поучаствовать в гран-финале. Также очень благодарен менеджеру конкурса Евгении за то, что помогла мне в вопросах участия в конкурсе. Для участия в гран-финале хочу представить вам свою картину «Моление о чаше». На моем полотне я изобразил образ Иисуса Христа и спящих апостолов, которых Иисус попросил, чтобы они бодрствовали с Ним во время молитвы, но они заснули. Иисус Христос, зная приближение неминуемой смерти, молится в Гефсиманском саду Отцу Небесному, чтобы, если это возможно, чаша сия его миновала. Он знал, что Иуда его предаст за 30 золотых, он знал, что будет взят под стражу и чувствовал смерть рядом. Как человек он испытывал огромный страх перед смертью. В то же время, как Бог, он верил Отцу, что Господь его воскреснет. Согласно пророчествам Ветхого Завета и учению Нового Завета, Сын Божий, воплотившись в человека в лице Христа, взял на себя грехи всех людей, умер за них, является искупительной жертвой за грех. Я взял эту тему, потому что для меня, как для христианина, очень важна духовная жизнь. Меня с малых лет интересовала смерть и воскресение Иисуса. Всем спасибо за внимание. До свидания.